Сегодня рассмотрим Айханми Катате Дори, Шиханаги, Омоте Базе. Значит, начинаем с того, что партнер на вас натекает, вы не просто отдаете ему руку, потому что здесь неизвестно, что партнер будет делать. Что-то, возможно, сделает и будет вам неприятно. Вы начинаете с того, что вы провоцируете партнера на захват. Причем провокация должна быть честной. Это не подача руки для последующего его захвата. Это попытка взять его либо снизу, либо на среднем уровне, либо на верхнем уровне. Поэтому сейчас постарайтесь не просто отдать ему руку, а показать намерение взять его. Если партнер в этот момент упустил захват, то ваша атака должна закончиться либо здесь, либо здесь сейчас. Провокация. Подхватывает. Передача. Подхватили движение партнера. Скрутили его. Вошли обязательно с отрями в партнера. Не проходим вот таким образом, когда партнер не загружен. Обязательно показали отреми. Вывели из равновесия. Вышли сюда. И занимаем пустое пространство, которое партнер только что освободил. Шагаем не параллельно, не в сторону от партнера, а обязательно шагаем в ту пустоту, которую партнер только что освободил. И занимаем ее. Еще раз рассмотрим нюансы. Давайте рассмотрим, как входить ногами в партнера, чтобы не путаться при входе в омуты ваза. Еще раз, партнер вникает, все то же самое. Провокация. Выведение из равновесия, сонаправление с партнером, не обязательно вход с линии атаки. А теперь смотрите, постарайтесь шагать опять не в сторону, потому что если вы начинаете шагать в сторону, с поводкой руки сюда, дерни меня, партнер дергает, вы падаете. Постарайтесь поиграть. Задней ногой покажите атаку в его ногу. То есть изначально это может быть скин. Ваша задача сейчас сделать все медленно, очень тактично, но ногой показать очень плотное движение в районе его колена и вывести его из равновесия. Партнер знает уже, что вы с этой атаки способны травмировать его колено. И он будет ногу убирать. Вот сейчас ваша задача очень плотно поставить ногу в то место, где только что была его нога. После этого показывайте отель, входите в партнера и доворачиваясь партнера, не перед ним оказываясь, потому что иначе здесь пойдет атака в вас. Ваша задача на кайтене оказаться за партнером и шагнуть за ним, чтобы со свободной руки партнер не мог вас достать с отель.